Bună ziua! Eu vreau să fac niște comentarii la proiect de lege care a fost adoptat amu în prima lectură, legea numărul 302, cu privire la investiții, mecanismul de control a investiției în domenii securității statului și așa mai departe. În primul rând, dacă rândul nu este, da, acolo, eu vreau să spun, să fac o mică precizare. Internet, ca de obicei, după comentarii mele, fiecare caz are pretenzii că eu spun în rusă. Eu grăiesc în rusă. Dar dumneavoastră știți, asta e special pentru comentatorii din Facebook și așa mai departe. Niciodată eu n-am discutat și n-am fac parte din discuții de frumusețele diferite legi, diferite limbi. Ori moldavă, ori moldovenească, ori română, ori ucraineană, ori evrească, așa mai departe. Niciodată eu n-am discutat frumusețele de poezii, ori proză, din diferite limbi. Dar eu fac parte în discuții unde noi discutăm lucrurile esențiale, unde 2 × 2 = 4, și 2 înmulțim cu 2 același rezultat. Așa e, nu? Și amu eu vreau să mă adresez la dumneavoastră în limba rusă. Только что парламент проголосовал в первом чтении проект закона 302 о механизме контроля за инвестициями в индомении секуритати статус. И все комментарии, все вопросы, которые были заданы со стороны депутатов и Луаре де Кувинт, и дому Карп, все они посвящены как бы ловле грязных денег, ловле и недопущению грязных денег к инвестициям. Это правильно, все заинтересованы в том, чтобы инвестиции были чистыми, прозрачными. Шершам Мадипарти. И для этого есть достаточно в законодательстве инструментов. Закон об отмывании денег, потому что все они говорят о том, что здесь воруют, туда отвозят за границу, потом привозят оттуда в виде инвестиций. Ну, теперь не будут оттуда привозить сюда в виде инвестиций, будут привозить в другие страны. Хорошо это? Не знаю. Значит, ловить надо на выходе эти деньги, когда они идут на отмывание, идут в эту прачечную. Тогда нужно ловить эти деньги, а не потом, когда они возвращаются уже отмытые. Но это ладно. Вопрос в другом. Закон называется об инвестициях. Я вам хочу прочитать, несмотря на то, что я, так сказать, Википедию не очень люблю, но в другой энциклопедии то же самое. Что такое инвестиции? Размещение капитала с целью получения прибыли. В нашем случае, когда мы говорим о секуритате статуи, мы говорим о следующем. Есть инвестиции, которые требуют окупаемости, тогда нужно знать за счет чего, да, возврата окупаемости. Есть инвестиции, которые удовлетворяют определенные, должны удовлетворять определенные функции государства, которые оно берет на себя в результате конституционных обязательств. Ну, например, вопрос, связанный с безопасностью, предположим, дорожного движения, да? Или вопрос, связанный с безопасностью морского или речного флота, вопрос, связанный с обороной страны, вопрос, связанный с цифровизацией всей нашей жизни. Все это функции, которые принадлежат правительству и которые правительство должно инвестировать для того, чтобы эти функции заработали. И не ждет оттуда окупаемости. Оно ждет оттуда удовлетворения определенных потребностей.
Частный же инвестор, которого они собираются этим законом ловить, он никогда не пойдет на инвестиции, которые не окупаются. Это значит, что предоставив государству некоторые инвестиции, создав некие продукты, которые обеспечивают секьюритать статуи, да, потому что об этих домениях говорится в этом законе, он ожидает своих окупаемости своих инвестиций. Отсюда и возникает стоимость заграничных паспортов, отсюда возникают вот эти вот камеры над дорогами, да, и суммы штрафов, и кому расходятся эти деньги на бюджет или на окупаемость этих инвестиций. Значит, если этого не делать, то никаких инвестиций не будет. Этот закон работать не будет. По-прежнему государство из бюджета должно будет инвестировать для каких-то определенных вещей, да? И если оно будет заказывать у кого-то работы субподрядные, то это не будут со стороны исполнителя инвестициями. Это будет услуга, заказ, исполнение заказа. Ежели частный инвестор производит инвестиции в этих доменях, то акуя парцине продукт отчеству инвестиций? Акуй. Ла стату? Ла инвестор? Акуя парцине? Это вопрос совершенно не исследован здесь. Соответственно, если завтра придет какой-нибудь частный инвестор с дуру ума, как говорится, и решит делать инвестиции в, ну, предположим, в IT-сфере, которая касается государства, да, например, там, защита данных, криптование, передачи данных там из МИДа в наше посольство или еще чего-то, да, то продукт этот будет принадлежать ему, а не государству. И он сможет им торговать дальше, тиражировать и так далее, в других странах и прочее. Поэтому мы воздержались, наша фракция воздержалась от голосования за этот закон. Не потому, что речь идет о чистоте денег, а потому что он просто ставит все с ног на голову. Он мертворожденный, он не будет работать, не будут привлечены сюда, как сказал господин Алайба. Мы расчистим поле, чтобы пришли частные инвесторы с чистыми деньгами и могли нормально здесь конкурировать. Не будет так, потому что он не знает, кому он предоставит этот продукт, чей он будет, и он не знает, когда он окупится, этот продукт. Вот о чем идет речь. Поэтому надо быть, знаете как, в погоне за популизмом, вот, поиска чистоты, денег и так далее, надо вместе с водой не выплеснуть ребенка из корыта, как говорится. Еще раз повторю, если речь идет о, так сказать, контроле за людьми, которые здесь воруют определенным образом, а потом вывозят в зоны, которые не отличаются транспарентностью, вывозят, высылают, пересылают, и потом пытаются это дело привести обратно, то контроль должен быть на этапе выхода из Молдовы, а не на этапе входа в нее. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Овец интрибер, куфтин. Ну, мерси.